Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы продолжаем проходить Alien Isolation, и я решил сразу же начать с нужного места, потому что в прошлый раз я пошел туда и вернулся опять к этому идиоту. На самом деле, нужно было повернуть вот сюда. Я, как обычно, в своем репертуаре. Страшный затупок. Ну, исправляюсь. Идем сюда, смотрим, что будет теперь. Давай, открывайся. Я знаю, что ты откроешься. Отлично, тут надо быть внимательным, потому что только что какая-то фигня зашипела. Если точнее, запищала. Мой вот этот вот аппаратик. Вот этот. Я слышал какой-то звук. Это означает, что кто-то, наверное, есть. Цель обновлена. Открыть дверь. Открыть дверь. Замечательно. О, кстати, да. Вот это тоже можно сделать. Я этого тут не сделал. Как-то подзабыл. В принципе, ничего особо сложного, чтобы сюда дойти, меня не ждет. Там от робота прячемся, падаем в эту канализацию, проходим сюда. Но это время, это все время. Кому это все нахрен надо? Зачем... Напрасно. Так, включил секундомер, забыл это тоже сделать. Сохраниться забыл, секундомер забыл, все забыл вообще. Как можно быть таким невнимательным проходильщиком игр? Не знаю, хотел сказать... Так, взять клей, взять... О, взять патроны, отлично. Кассетки какие-то лежат там, наверное. Джаз, рок-н-ролл, мы могли бы это послушать, но у нас нет... Ой, я включил радио, сейчас придет какая-то лысая подлюха. Откуда, правда? Ага, вот отсюда, окей. Ну, пусть приходит. Давайте посмотрим. Мы значит, выманили сюда. А он идет вообще, нет? Думает вообще идти? О, идет, да, уже близко. Мы выманили сюда очередного андроида, и сейчас нам нужно будет его... Почему этого быть не должно? Радио стоит, оно иногда может работать, представь себе. Иначе нахрена оно тут стоит? Музыка играет, это разве плохо? Почему андроиды не любят музыку? Почему они такие вообще невеселые ребята? Они любят только убивать. Слышишь? Вот ты... Короче, козел, он меня, кажется, сейчас найдет. Хорошо, что я сохранил. О, за стулом можно спрятаться. Ну, нечисто, правильно. Тут давно не убирались. О, привет. Он меня так и увидел. Давайте сразу заранее хотя бы посмотрим, куда нам идти. А, вот сюда нам. То есть тут компьютер, мы тут можем открыть дверь. Окей. Не бегите, говорит он. Нам, кстати говоря, взять патроны. Может, мы можем каким-то... О, привет. Не надо говорить так. Я это уже слышал. Ого, 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 хорошо. Хорошо я его двинул. Неплохо. Как-то надо теперь от него, значит, убежать. Давайте попробуем. Давайте не будем сразу так сдаваться. Попробуем вот сюда спрятаться, например. Найдет он нас тут или нет. Просто надоело все время перезагружаться. Хочется попробовать вот прямо вот с этого момента. Посмотрим, на что он способен. Где он там? Ага, идет. Идет, сволочь лысая. Он, кстати, если вот туда куда-то вдаль пройдет и спину остановится, будет вообще класс. Видишь меня, нет? Я не знаю, видит. Ой, да ладно, что ты там знаешь? Ни хрена ты не знаешь. Ты вон даже... Пройдемте. Вот ты козел, а? Ну ты посмотри, какой... Ах. Он еще и поддать мне там умудрился. Ну, какая сволочь с горящими глазами. На тебе по башке по твоей. Да ладно, неприятно, нормально. Тебе это должно нравиться. Ты вон постоянно нарываешься. Если тебе было неприятно, ты бы от меня, наверное, отстал. Че ж делать? Оружие какое-то нужно. Как-то их убивать уже может. Звуковой генератор, шокер, аптечка. А если шокером его долбануть попробовать? Ой, ладно. Понятно. Давайте, наверное... Давайте, наверное, не будем, короче, заниматься ерундой. Сейчас быстренько перезагрузимся. Все равно идти совсем недолго. Избегайте конфликтов. Вот именно, да, вот именно этим я сейчас и занимаюсь. Я избегаю конфликтов. Как долбанная мать Тереза. Избегаю всех конфликтов, какие только можно. Как бы философия непротивления насилию очень подходит в такое время, когда, собственно, ты ничего этому насилию противопоставить не можешь. Я больше не буду зажигать это дурацкое радио. Я подберу патроны. Так, это что было? Так он уже ходит там. Я ничего не... А он уже ходит там. Как это? Почему он там ходит? Блин. И что делать? Как мне мимо него проходить? Не, ну тут, конечно, как вариант, надо, наверное, зажечь это долбанное радио. Но после этого нужно где-то спрятаться, правильно? Я не могу просто его зажечь и стоять там и ждать, пока эта паскуда припрется. А спрятаться можно, наверное, вот в этом ящике. Но... Я же помню, как она их вот с таким вот шумом открывает-закрывает. Это же ужас. Так, он там ходит где-то. Я не вижу на приборчике на своем его местоположение точно.
Может ли он сейчас меня спалить, если я выйду? А ну-ка. Чё-то стелс в этой игре мне с трудом большим дается, надо признать. Вот за вот эти... Ой. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не. Успею, успею. Нормально. Не найдет. Надо посмотреть. Куда тебе надо посмотреть? Он прям на меня смотрит. Чё, не видишь, что ли? Я не пойму, он меня не видит, действительно? Не, увидел, увидел. Да чтоб тебя, а, ну, вот как с тобой, блин, быть? Ну, чем-то его убить можно или нет? Ну, что ж это такое, а? Использовать, говорит. Не бегите, взять клей. А если вот вот так? Музычку, давай послушаем. I don't want to receive another this. Я не хочу больше получать очередное из этих писем, что ли? Прекратите... А, блин, сука... Так, быстро, а? Я думал, он еще будет обходить там с той стороны. Успокойтесь, пожалуйста, окей. Держи опять, кочергой тебе в очередной раз. Как тебе не надоело получать? А мы не можем тут забаррикадироваться как-то, нет? О! Это должно сработать. Вот это должно сработать, да? Это я согласен. Я бы очень хотел, чтобы это сработало. Давай, болтер. Ну и что это такое? Чё это за фигня? Как это должно сработать, я понятно. Так, погоди. Что это за ерунду я такую взял? Это какой-то гвоздодер. Каким образом он может помочь против андроида? Ну, не знаю. Должно сработать, но ни хрена не срабатывает. Давайте убегать от него. Мы какую-то дверь должны открыть, правильно? Какую? А открыть дверь. Так сзади там дверь. Твою мать, а какую, блин, дверь? О, вот сейчас опять вокруг стола оббежим. Да, конечно. Такой тормоз, ты вряд ли мою старую бабку поймаешь. Так, где эта дверь? Ага. Вот тут что-то... Я ни хрена не понял. Взять патроны. У меня револьвера почему-то нет. А, ну правильно, потому что я все оружие тогда отдал. Точно. Давайте еще раз. Сейчас мы его вот как-то вот так вот разведем. Ага, да-да, конечно. Отвали, друг. Не-не-не-не, я сейчас... Да надо все, отстань от меня, красноглазик. Вот так вот, по голове ему дай хорошенько, да, серьезно, очень серьезно. Серьезнее просто, блять, некуда. Теперь мы опять ждем, я хочу просто на скорости попытаться там в компьютере что-то открыть. Успею я или нет, это чисто такой спортивный интерес. Он просто такой достаточно товарищ тормознутый, поэтому время, по большому счету, оно у меня есть. Да, да, конечно, обязательно. Вот сейчас вот так вот раз сразу подходим. Эта штука бы желательно побыстрее бы грузилась, и было бы вообще замечательно. Уйти. Не, ну это, конечно, блин, какой-то еще код, оказывается, надо вводить. Почему все так тяжело-то должно быть? Ну я реально не понимаю, что делать. Блин, ну что это за игра такая тяжелая пошла? Ой. Ладно. Использовать что-то. А, музычка опять. Очередная музычка. Тут, может, еще можно куда-то сгонять. А, тут что-то мне вообще не в... Вот эту дверь, наверное, надо найти. Да, дверь заперта. Открыть ее и надо, собственно. Я так понимаю. Ну, а как же ее, блин, открыть, если на ни хрена не открывается? Какой-то код доступа затребовали. Я там знаю этот код доступа. Я не знаю даже, как сраного андроида избежать. Одного долбанного, противного мудака. А мне тут говорят код доступа. Аптечка. Ну там-то понятно, там-то другой наш старый знакомый. Вот, блин, я ту серию назвал паскуда, а это, видимо, паскуда 2 получается. Потому что одни паскуды. Вот посмотри, вот он сюда прям пришел. Он такой башковитый, он догадался, что некуда больше идти. Нет, чтобы там где-то завтыкать. Хочешь шокер? Это глупо. Да я бы не сказал вообще-то. По-моему, неплохо срабатывает. Ой-ой-ой-ой. Так. Ну это вообще возможно или нет? Повредить-то этих идиотов. Я не знаю, сколько... что такое? А, тут люк! По-моему, он сейчас меня убьет. Ну, чтоб ты. Звук помех. О, сейчас будем лечиться. Сейчас быстренько вылечимся. Он все равно долго будет идти. Я его этим шокером буду долбить долго. Рассказать вам о технике безопасности, конечно. Так, аптечка. Аптечка. Удерживать R. Использовать. Замечательно. Теперь болтер. Нет, шокер. Давай. Как-то шокер, может, подзарядим, да? Ага, вот так вот. Иди сюда. Да-да-да. Да нормально, чё. Потерпи. Это как у доктора, знаешь. Оно неприятно, но оно тебе полезно будет. Ты перестанешь... А, все, кончился. Еще и шокер кончается. Ну что вот это за говно я такое подобрал? Что с ним делать-то?
Блин, а? Вот же паскудная ты скотина. Да как же они меня достали уже, эти андроиды? Ну серьезно, сколько ж можно? Звуки боя могут привлечь внимание чужого. Да скорее бы уже. Уже бы пришел бы хоть чужой, может, надрал бы жопу этому лысому автомату. Я не знаю просто, что с ним делать. Как можно обойти такой кусок говна? Я вон туда хочу. Пустите вы меня туда. Ой, открыть двери. Опять открыть двери. Да знаю я, что надо открыть дверь. Где комбинация эта чертова? Давайте снова пытаться. Сейчас будем ползти опять. Как последние сыкливые сучки. Не могу уже. Уже злят. Уже злят меня эти все. Твари, взять клей. Я такой действительно донный. Я так играть не умею. Ну вот не знаю, не получается. Использовать. Тревога, начинаю расследовать. Давай, начинай. А я, значит, отсюда пока свалю. Блин. Зачем я зажег эту хрень? Я понять не могу. Зачем я это сделал? Тут ничего, никак. За бочкой. Тут даже, блин, негде вообще спрятаться, кроме как в этом сраном шкафу. О, вот давай я тебя, наверное, выманю, потом действительно спрячусь в том шкафчике. Я другого выхода не вижу просто. Может быть, мне удастся как-то так. Да, да, конечно. Бравый ты наш герой-молодец. Спрячусь и вот буду смотреть, а найдет он меня в нем или нет. Да ты уже показал, ты знаешь, ты уже показал, что тут опасно все вот на этом корабле дурацком. Так, убегаем. Ой, я, наверное, не успею скрыться, он увидит, как я тут прячусь. Я вот не знаю, он видит сейчас это или нет, блин, непонятно. Но он близко. Может, и не видит. Музычка прекратилась, кажется. Вот ты какая же сволочь, а, ну я просто уже не могу, ну что же это такое? Ну отстань от меня, ну пожалуйста. На тебе, по роже по твоей, поганой. Еще раз, короче, я его буду убивать до самого конца. Мне надоело. Я его буду столько этой монтировкой бить, сколько потребуется. Сейчас еще вырываюсь, потом бегу, значит, лечусь. Залечиваю раны. Я еще могу накрафтить аптечек, думаю, при желании, без проблем. С этой сволочью надо что-то делать, он уже достал. Аптечка. Ой, да что ж ты делаешь-то, дура? Аптечку возьми, блин. Как их тут брать? Использовать деталь. Ну ты аптечку можешь взять, но что ж ты такая падла-то? Безмозглая, а? Как ее, блин, подобрать? У меня это почему-то никогда не получается с первого раза. Я нажимаю аптечка, он начинает ее крафтить. Мне не надо ее крафтить, мне надо, чтобы ты ее взяла. Козлина. О, Q. Назад нажимаем, окей. Постоянно это забываю, блин. Теперь лом этот долбанный. Где он там? Да не... Ну, шокер, в принципе, тоже пойдет. Давай его вот так вот шокером. Чего он быстрее, чем я вот постоянно, а? Задолбал уже, гандон. Вот серьезно, я просто уже не могу. Я уже начинаю, блин, вообще нервничать. Просто жутко. Да когда он уже умрет? Че он такой бессмертный? Там еще, по-моему, сейчас второй придет. Я не знаю, на вечеринку. О, отлично. Мне удалось немножечко сбежать опять. Сейчас. Отойдем вот сюда. А далеко, короче, отойдем. Между прочим, здесь где-то, наверное, есть. Хотя ладно. Опять-таки, аптечка. Давай. Ну что ж ты. Блин, твою мать. А? Она опять. Я уже нажимаю Q, она все равно. Q, выход. Давай, аптечку, блин. Какая сука, а? Просто нет слов. Это что такое? Сейчас. Так. Да, возьми это говно. Должно сработать. Что с этим делать? Ты можешь объяснить. Получен болтик. Ну, давайте здесь спрячемся. Может, он нас тут не найдет. Ну, нужен же для чего-то этот сраный шкаф. Теперь... ты куда? А чё она вылезла-то? Чего вообще происходит? Я Q нажал. Я нажал Q, чтобы крафтить предметы. Почему она вылезла? Давай, еще раз. Заходи. Сидим, втычим. Опять с этим фотоаппаратом в руке, не знаю. Нету его. Потерялся он, походу. Не хочет он возвращаться. Мы ему надоели. О, господи, какая красота. Вот этого я еще не видел. Ты такой няшный, ты прям мне настроение поднимаешь. А то этот урод меня так рассердил. Взять патроны. Здорово, но мне другое интересно.
Тут же где-то должна быть, значит, комбинация. Правильно? Вот этого компьютера. Там в компьютере можно что-то сделать. Для этого нужна комбинация. Все, он не придет, он там остался. Использовать. Отлично, я избавился от этого андроида, кажется, ненадолго. Тут комбинации нет. Может, его надо убивать, чтобы комбинацию получить. Может, она у него, может, он ее таскает. Опять взять патроны. Да револьвер вы мне дайте, пожалуйста. Патроны мне ваши. Да, к чертовой матери вообще, они мне не сдались. Войти в терминал. Ладно, давайте пока почитаем что-нибудь. О, код двери. 6832. Отлично, я даже не буду читать, что там. 6832. Выбрать. Попасть в, мать его, реактор, блин, чтоб ему, сука, пусто было. Отлично. Давай еще раз попробуем. Почему она не хочет мне аптечкой-то чиниться? Я понять не могу. Давайте ее... Ну, щелкните, я щелкаю, блядь. Давай, делай ты эту аптечку. Нажмите здесь, отлично, предмет создан. Так почему ж ты им не пользуешься-то, дура ты, безмозглая, блядь. О, аптечка, она... Та только что была, я не понимаю, как это... Как ее выбирать? О, как-то, каким-то, блин, чудом я ее выбрал. Я не знаю как, я ни черта уже не понимаю в этой игре. Так, все, сейчас этот мудак появится, правильно? Вот дверь открыта, все. Дверь открыта, я его не вижу. Боже мой, боже мой. Пожалуйста, дайте мне тут сохраниться. Я вас очень, очень умоляю. Я просто не знаю, заклинаю вас всеми святыми, всеми дьяволами, безбожниками, всем заклинаю. Так, окей. Я вообще боюсь, честно говоря, идти вперед. Я уже боюсь этой игры. Я боюсь в нее играть. Это самая тяжелая игра из всех, которые я проходил и, наверное, буду проходить. Не, ну исключение, правда, может составить Люциус, над которым нужно думать, блин, по нескольку часов. Потому что там ни подсказок особо ничего, это не Хитман. В Хитмане хотя бы, когда тебе нужно кого-то убить, тебе даются какие-то подсказки на карте, типа, там восклицательный знак, там, не знаю, вопросительный знак, еще какая-то ерунда. В Люциусе этого вообще не было, там тупо даются сраные детские каракули. Как это, что-то тут не так? Блин, Рипли, пойдем быстрее, он там опять, он ходит там, центральный реактор, давай, пожалуйста, пожалуйста, все, Рикардо, все. Ты видел этот реактор? Господи. Да как-то не случалось. Я проходила обучение на таком. О, боже. В прошлой жизни. Прошлая жизнь у нас сейчас, походу, вот это будет. Потому что нас, наверное, грохнут в этом реакторе. Это так опасно. Это чертовски вообще опасное место. Долбанная эта станция Севастополь. Ну, нафиг мне шприцы, вы мне дайте сохранение. Я уже столько всего пережил. Ребята, ну имейте же совесть. Где-то же это должно быть, нет? Ага, замечательно. У нас просто коридор. Так, я очень внимательно сейчас буду осматриваться. Не дай бог это сохранение пропустил. Опа-на! Какая прелесть, а? Ты посмотри. Дробовик. Револьвер? Револьвер тоже она взяла или мне показалось? Да, смотри. Вот это красота. Залезть. Так, тут нигде сохранений нет. Ну что ж, полезли наверх, правильно я так понимаю. Если лестница такая подсвеченная ярко находится... О, есть! Фух! А я уж думал, что всю эту серию буду сражаться с тем дебилом в капюшоне. Чё они в таких капюшонах ходят? Как, они рэперы, что ли? Или что? Андроиды-рэперы. Они любят слушать эту дрянь. Так, о, все зажглось, отлично. Можно фонарик потушить. Ну, правильно, батарейки надо экономить. Время сейчас тяжелое. А как его зарядить? F, по-моему, да? Ага. О, блин. Вот это... Это я вообще где? Реактора. Что-нибудь видишь? Чёрт побери. Андроиды, какие-то, ага, системы управления. Вообще Ой, ничего особенного. Попробуй спуститься. Абсолютно. Там где-то должен быть лифт. Да, здорово. Абсолютно вообще ничего особенного я в этом тоже не вижу. Подумаешь, какой-то сраный реактор, какие-то андроиды, которые могут нас убить. Ну, Рипли, она уже привыкла ко всему. Аманда. Так, надо ее привыкать называть Аманда. Что за неуважение? Все время по фамилии, да по фамилии. Еще и фамилия такая дурацкая. Не, ну ты смотри, как я удачно спустился. Он же сейчас ко мне придет прям. Он видит, что лифт спускается, и сейчас ко мне придет. А у меня же есть дробовик. Где он там?
Да, иди сюда, друг. Расскажи мне, пожалуйста, обо всем вообще. Серьезно вообще, да, представь себе. Рассказывай мне прям. Целыми днями готов тебя слушать. Теперь я буду очень, очень внимательным собеседником. Раньше я убегал, но сейчас мне прям интересно стало так техника безопасности. Давай, ты тоже, друг. Техника безопасности, давай. О, слышь, что-то у вас до хрена. По-моему, я сейчас доиграюсь. Это... Да, слышишь, все, сдохни, короче, задрал. Так, раз, два. А сколько их там? Еще один идет. Неприятно. Потерпи. Так, два патрона. Окей, ну, нам дали ровно патронов, вот, видимо, судя по всему, на вот них. Вот ровно столько патронов, сколько нужно, чтобы их убить. Отлично, все, патронов у меня нет. Я все просрал. Тут еще один какой-то лифт куда-то ведет. О, нет. Вот этого я и боялся. Так, раз, два, три. А, так замечательно вообще, слушай. Потрясающе. Так, без проблем, три патрона. Я зря вообще тратил дробовик. Слышь, хорош кряхтеть. Ты нарушаешь во мне чувство прекрасного, когда я смотрю на вот это все. Эффектный такой момент, эффектное местечко. О, взять патроны, отлично. Ну, мы наконец-то перестанем, короче, как последние бомжи тут бегать, шугаться всех подряд. Ох, вот это красота. А можно это все зажечь? Я бы это с удовольствием бы сфоткал и, значит, на превью. Если бы это все зажглось там ярким светом, а то оно такое темное. Альфа Кор Праймер. Бета Кор Праймер. А нам куда? А нам не важно куда. Нам, собственно, не имеет значения. Просто вот идем. Опять-таки сейчас наверняка кто-то придет. Кто-то в капюшоне, какой-то механический хип-хоп мастер очередной будет нас пытаться убивать. Вот это искрится фигнюшка какая-то тоже. Надо исследовать, это все достаточно интересно. Темно, правда, как в заднице. Вот когда оно не искрится, прям очень темно. Еще было бы неплохо тоже на превью поймать эту молнию и поставить ее как картинку. Ну, это у меня вряд ли уже получится, я не настолько крут. Если бы я умел, обладал такой потрясающей реакцией, у меня бы вообще не было бы проблем ни с андроидами, ни с чужими, ни с кем бы то ни было еще. Даже с долбанными какими-то Рикардо и то проблем бы не было. Это что такое? Это можно зажечь? Нет, да, это я присесть не могу, я уже, я хожу. То есть могу присесть, я думал, блядь. Короче, неважно. Реактор maintains. Maintenance. Не знаю, что это значит, что-то главное. Главное реактора. Какая-то центральная комната или что-то в этом роде. Лифт! Вот, между прочим, мне, наверное, сюда. Сектор обслуживания. Окей, сейчас нас будут обслуживать. Я прям предчувствую, как это будет здорово. Если включить компонент в СВУ, он пропадет из списка предметов и освободится место для других вещей. В опасной ситуации отвлекайте внимание врага. Я предпочитаю отвлекать внимание врага револьверными патронами. Прям в голову так отвлекать так четко, чтобы он уж отвлекся так насовсем. Гибель не склонна к насилию, но если надо будет защищаться. Это мы тоже знаем. Я только что это наконец-то увидел в действии. Потому что защищается она в этой игре крайне редко. Чем больше вы сделаете предметов, тем больше вариантов выбора у вас будет в сложной ситуации. Вот это, кстати, да, вот к этому мне бы не мешало прислушаться. У меня вариантов выбора вообще нет. У меня вариант выбора либо прятаться по шкафам, либо надеяться на то, что робот где-нибудь застрянет в стене, в какой-нибудь текстуре, чего в этой игре, с этой игрой практически не происходит. О, господи, господи. Так, это что должно означать? Это должно означать, что... А чё ты так расстроилась? Ого! Слышал, господи, господи, нам огнемет дают. Ты че вообще? Ты должна быть сейчас рада. Причем, посмотри, по-моему, немало. 500. Они все здесь. А, я понял, трупы. Все пропавшие. Вообще все. Тут что-то вроде господи. Вот уж действительно, господи, в таком случае. Уходи оттуда, скорее. Здорово. Уничтожить гнездо. Надо подвести электричество отсюда к платформе. То есть, видимо, сейчас повылупляется какое-то дерьмо, я как чувствую. Тут у нас сохранения опять-таки нигде нет, а очень жаль. Перегрузить ядро альфа. Вот какой-то камень. А, вот да, вот эти вот чудные цветочки. Хоть сейчас их на свидание с собой носить. Сохранить игру, отлично. Не повредит. Мы находимся в далеко не самом приятном, безопасном месте. Это и так весь это, вся эта станция Севастополь не шибко-то дружелюбно настроена к нам, а тут еще и такое говно. Задание перегрузить ядро альфа. Это значит мне вот туда. Да, отлично.
Все, в принципе, легко и просто. Осмотреть. Что? Что осмотреть? Погоди, я хочу осмотреть. О, блин. Вот уж чего я не ожидал, так вот этого. Я думал осмотреть какой-то там ящик, какой-то предмет обронили. А тут можно мужика осмотреть. Прям мужика вот такого. Ну, Рипли любит мужиков осматривать. Правда, не ожидал, что... Мертвых. Это что за звуки? Это вот эти чудные цветочки так со мной разговаривают? Какого дьявола? Эй, погодите. Это все? Это конец? Последнее сохранение. Окей, я понял. Не шумите, не подходите к контактам близко, и выживать будет гораздо проще. Я не ожидал, что эта тварь на меня нападет. Я вообще не ожидал, что такая тварь тут существует в этой игре. Как бы мне взять огнемет, наверное, правильно? Будем сейчас от них защищаться. Потому что по стелсу мы не пройдем. Они нас, наверное, будут чувствовать. Причем нехило так. Где она? Где эта паскуда? Иди сюда, выходи давай. Да-да-да, вот что-то запищало. Вон, бежит. Вижу. Иди сюда, давай. Давай. Да, блин, какого хрена? Я не успеваю таким образом. Че так темно? Она свет не выключает? Почему именно настолько темно? Прям аж низги не видно. Пусть хотя бы там, не знаю, сделали бы как-то поинтереснее, чтобы там анимация, типа мы ее сбрасываем с лица, она снова на нас нападает. Так, я не понимаю, как мне, собственно, бороться с этим говном. Еще раз огнемет берем. Сейчас я буду просто, наверное, вниз палить. Смотреть вот. Вот сейчас опять пискнет, правильно ведь? Где там? Ага, вот, пискнуло. Где? Ага, во-во-во-во, вижу. Так, подействовало, нет? Все, отбило охоту. Замечательно. Вот оно, это сволочное создание. Ну, собственно, да. Одного чужого мы выкинули за борт корабля, но это нам... Включить интерфейс кабеля. Ну-ка, давай. Так. Это интерфейс кабеля? Это все правильно? Мы все хорошо сделали? Что-то мне этот свет вообще не внушает оптимизм. Что-то там ходит, по-моему. Да, я что-то подпалил. Вот оно, падла. Их еле-еле видно. Серьезно. Я даже... Так. Тихо. Тут надо... Что-то ходит, блин. Тут надо так прислушиваться внимательно. Нельзя ничего говорить. Если я буду говорить, я... О! Тихо. Да что ж ты, дура! Огнемет! Есть! Успел. Вообще, как идея, можно было бы заранее вот эти цветочки все поспаливать по чуть-чуть. Но это огнемет, конечно, тратится, а что-то мне подсказывает, что в будущем он мне пригодится. Тварей этих меньше не станет. Клей, хлам. Так, эти звуки я издаю, все в порядке. Боже, как мне стрёмно, честно. Ну, то есть не то, что именно страшно, а не хочется, блин, по новой опять все это... Не, спрятаться не будем. Вот здесь вот что-то. Взять хлам, аккумуляторы... Ладно, это все здорово, давайте перезарядим огнемет на всякий случай. Аккумуляторы мне не знаю зачем. То, как я играю, мне вообще ничего не нужно, наверное, кроме сраного револьвера. Да и огнемета еще, плюс ко всему. Как-то вот сторонними предметами я... Ну, не знаю, ну нет у меня желания вот учиться вот этому всему, блин. Столько еще других игр хочется пройти. Я, если захочу так подробно отзадротить вот эту вот игру, я на нее потрачу очень много времени. Так, а что это стекает? Вот это вот. Вот это что такое? Это меня сейчас съест, если туда подходить, или что это? Ой, не знаю. Так, опять внимательно смотрим понизу. Сейчас опять вылупится какое-нибудь дерьмо. Нет? Нормально все? Так, вроде пока все окей. Взять этанол. Не знаю зачем. Куда мне вообще, блин, надо? Мне надо перегрузить ядро. Да я зря ушел, видимо. Ну, вообще не зря, потому что можно вот подсохраниться. Все-таки тех трех насекомых я грохнул. Как бы это, по-моему, замечательный повод. Сейчас, значит, можем даже, наверное, побыстрее, да, вот так вот пробежать, уже ничего не опасаясь. Перегрузить... смотреть, да, труп там лежит, это я уже понял. Вот это мне нужно сделать. Включить кабель альфа. Ага, вот, значит... вот так вот. Удерживать ПКМ и вниз. Теперь с этой стороны, наверное... Что-то происходит? Все хорошо. Включить кабель, удерживать, нажать. Здорово. Здорово, чего-то произошло.
На всякий случай берем, наверное, огнемет опять-таки. О, о, опа. Перегрузить ядро бета. Ой, там что-то перемещается. Что-то перемещается и рычит. Так. Ага, замечательно. Я, наверное, пойду отсюда, да? А то как-то тут уже не ласково совсем. Перегрузить ядро бета, значит. А ядро бета, оно у нас... А, аж вон где. Аж вон где, там где-то. Рикардо, связь пропадает. Блин. Плохо дело. Твою мать, все-таки это еще не, за... не конец еще. Еще повстречаемся с этими ублюдками, я чувствую, и не в одном количестве. Так, так, стоп, стоп. Хорош, хорош меня пугать. Мне и так страшно уже. Более чем. Че мне, вот туда вот идти, вот за ней что ли получается? Получается, что так. А куда я денусь? Куда я денусь? Как я могу избежать сюжетных квестов? Так, ну ладно, вот сюда вот потихонечку сейчас буду ползти. Господи, как страшно. Потихонечку буду ползти. Буду стараться не попасться никому на глаза. Здесь фаер нет, не берем. Фаер не берем, фаер нам не нужен. Давай-ка приподнимемся, наверное. Я чувствую, мне вот в эту дверку, правильно? Она откроется? Восстановить по... Чтоб тебя, сука, а? Как все тяжело. Центральный реактор. Перезагрузить ядро бета. Может, мне надо туда кабель ядра альфа? Я не знаю. Тут сложно. Сложно сказать сразу вот так вот сходу, куда мне надо. Серьезно. И где запропастилось? Куда запропастилось это говно? Оно же в ту сторону ушло. Че, может, еще раз? Ай, да и почему бы, собственно, и нет? Раз такую возможность прям дают, почему бы, собственно, это не сделать? Еще разок. В конце концов, я избежал смерти, там, дернул рычаг, это тоже следует учитывать. Взять этанол, да ну нахрен, сколько уже можно этого бухать. Осмотреть опять очередной какой-то труп, наверное, там лежит. Не будем осматривать, пойдем... Ой, господи, всякое говно течет, Рипли, бедная ты, Аманда. Мне тебя жаль. Я вот на такое бы смотреть вообще не хотел. Что восстановить? А, смотреть. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Да что? Понятно все. Не шумите, не подходите. Не дышите, не пердите, блин. Я, короче, я не знаю. Ладно, на этом пока серию, я думаю, можно закончить. Это было прохождение Alien Isolation. Впереди новые серии, наверное, еще штук так 15. Я просто когда-то, еще не 7 серий назад, думал, что игра близится к завершению. Но я смотрю, она не близится к завершению. Она становится... Она по-прежнему так же интересна, как и раньше, но она становится для меня как-то очень сложна. Или это я просто уставший после работы так играю, я не знаю. Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Оставляйте там какие-нибудь свои мнения в комментариях, положительные, отрицательные, какие есть, такие оставляйте. И всем счастливо, всем удачи, всем до встречи, всем пока.